Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня я хочу сделать обзор лаурет сульфат натрия. Это детергент, поверхностно-активное вещество. Представляет собой антисильное вещество, применяющееся при производстве большинства моющих средств. Шампуни, зубной пасты, косметики для образования пены. Его свойства таковы. Пенящийся агент, поверхностно-активное вещество, антисильный пах. Рекомендации по использованию таковы. Мыло ручной работы, подходит для мыла с нуля, зубная паста, средства по уходу за полостью рта, шампунь, гель для ванны, бальзамы для волос, кондиционеры, крема, лосьоны для лица, пена для ванны, детские шампуни. Вот в таких удобных бутылочках мы отправляем наш товар нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте ставить лайки, подписываться. До новых встреч!